Для приготовления невидимого яблочного пирога необходимо взбить в глубокой миске 2 крупных яйца. Очистить 3 крупных яблока и очень тонко нарезать пластинками. В отдельной миске смешать просеянную муку, 70 г сахара и разрыхлитель теста. Перелить взбитые яйца к мучной смеси. Перемешать. Влить молоко. И снова перемешать. Влить коньяк и растительное масло без запаха. Тщательно перемешать. Масса по консистенции должна напоминать блинное тесто. Переложить нарезанные яблоки к тесту и перемешать. Застелить форму для выпекания пергаментом и выложить яблочное тесто в форму. Отправить пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. За это время приготовить заливку. В глубокую миску поместить одно яйцо и 80 граммов сахара. Взбить венчиком до образования пены. Влить растопленное и слегка охлажденное сливочное масло и еще раз взбить. Достать яблочный пирог из духовки и полить его подготовленной заливкой. Посыпать миндальными лепестками. Снова поставить пирог в духовку запекаться до золотистого цвета, примерно на 10-15 минут. Пирог получается очень нежным, поэтому рекомендую дать ему остыть в форме, а уже потом перекладывать на блюдо.